этом школа божественности. Она для того, чтобы взять тебя буквально за руку и перевести в этот уровень познания, где уже нету я и он, а где есть я есть. В познании себя в этом состоянии, которое позволит тебе оперировать с божественной природой, а не просто ждать, что какая-то божественная природа будет с тобой взаимодействовать.